Привет, мои симпампушки! Меня зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, а это значит, что это новый выпуск. Моменты жизни. Мы заканчиваем с вами весенние моменты жизни, поэтому сегодня у нас с вами будет May. Садитесь поудобнее. Очень насыщенно выдался моя реальная. Вот пока монтировал, думаю, да боже мой, неужто я умею жить? Я живу. В плане, всегда чаще всего нахожусь дома. Далеко куда-то мы не ездим, а тут и тут дама, и сюда дама. И я такая, вау! Как влияет, оказывается, природа, погода на наше состояние. Охота что-то делать, куда-то ездить, чем-то заниматься. Но что конкретно мы делали, как мы прожили этот май месяц, сейчас все расскажу. Поэтому садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. Как увидеть людей, которые едут на майске? А мы скрытные, мы скрытные. Такие немножко секретиком. Да, девочки, секретиком. Куда сегодня мчим? Выбор. Выбор в тот же самый дом, где мы были, где мы останавливались на уикейшн. Где мы основались, обосновались. Осень. В этот же самый дом, прямо вот в этом. Только состав немножко поменялся. Сашка, шаги на шаги. Дела делают, решают проблемы разные. Мы специально приехали пораньше, за час, чтобы занять места в электричку, потому что мы знаем, как будет много народу последние особенно минуты до отправки. Мы молодцы, заранее пришли. Сейчас буквально через 10 минут будет просто до талого все занято. Ты потом заснимешь. Я вам потом все это засниму. Пока запомните это место вот таким. По некой какой-то традиции мы остались в том же самом месте, которое были в феврале. Погодка шепчет. Шепчет. Пакетик брать будете? Пакетик брать будете? Я люблю людей. Мэри Поппинс. Саша у нас просто Рихану слушает уже каждый день. В прошлый раз мы тут шли зимой, и Сашка говорит, что там за крест? И что это в итоге? Это Выборгское побоище 1917 года. Касается холмы, это захоронение. Тут что-то у них там была какая-то битва. Фаталити. Побоище, что не битва? А, извиняюсь, Выборгская резня. А, еще лучше. Иди не весь с песней. Кольчик. Что такое? Чудо-лицо. Все, вышла на концерт. Отменем. Сашка, пошли. Остановились посмотреть на улитку. Говоришь, у нас в Питере полно. А ты сейчас смотришь вниз? Мы в Питере на такси только ездим, вот когда именно. Нам улиток смотреть. Нам только на такси мы ездим. Ну и на трамвае пару дней. Ну, да. Тут еще одна идет. Она прям движется. Тебя сейчас собьет. А ноги будешь мочить? Мошки начить. Мошки начить будет сегодня? Не, мы можем подойти туда к потом? Ну, мы же пойдем. Мошки поначил уже, Машулька, у нее там обувь. Тапка порвалась, лопнула. Слушай, я бы помочил ноги по фану. Что происходит? Отойди. Саша, тяжелая артиллерия. Все, пошло, пошло. Максимальный быстрый рум-тур, потому что мы только что зашли, сейчас будем все распаковывать, как всегда у нас все везде будет валяться. Вот, там кровать, это Саша, салфетки поменяли, там туалет, ванна, теплые полы. Та-дам, ха-дам, да, все, готово. Танчать! У нас фотосессия, чилят, отдыхают. В феврале было тут все еще во льду тогда. Но мы хотели перейти на ту сторону, но мы как-то посоковали, думаю, зачем? Здравый смысл сработал. Солнышко, чуть-чуть припек, не припекает, но светит. Машуля там свой трип. Приехала на природу, чтобы немножко посидеть. Но мы сейчас будем сушиться, потому что подушки попали. Пришли пофоткаться на фоне дома. Саша, расслабься. По глазам, по голосу. Что случилось? У нас всегда какой-то вайб происходит. Понятно. Ноги промокли. Лопнула, потому что слабее не надо. Сабина на маме! Я говорю, Маш, слушай, ну реально хорошая идея. Мы взяли пакет этих кьюкамберов, она его разделила. У бахилы. Да, сделала бахилину, сейчас делает и готова. Слепки. Когда мы ездили в Калининград, попали под очень сильный дождь и также стояли, сушились. В Абхазию, когда поехали, тоже под дождь попали, стояли, сушились. Сегодня поехали в Выборг на майский трип, тоже стоим и... Слышишься? Маша приехала, поехала ли стать называться?
состояние души. Не пап, Саша! Не свости. Когда мне подсказывают настолько, ладно, еблом не щелкнуть. Царь горы. Давай веселей. Мы пришли в гости к Эдварду. Она призывает. Эдвард! Тошка говорит, что это батут. Так давно на батутах напрыгал. Давай. Слушай, я думала, может, это реально какой-нибудь муравейник? Туки-туки, там кто-то есть? Мы будем жить в вашей квартире. В вашей квартире. А где вы будете жить? В вашей квартире. Давай, заднюю сальтуху, Саш. У нас тут этот батутер и вампирша. Пошли жарить. Раньше, когда мы приезжали в феврале, вот этот стол стоял и мангал вот с той стороны. Принесли сюда. Алло, друзья, товарищи, мы опять кулинарное шоу, едим дома. Beautiful sunshine. Юль, тверк, давай тверк. Батёк. Ты батёк. Машку пожарим. Ты как это, выпивали двое, закусывал один. К нам Китя пришла. Даша, МЧС спица. Слушай, это... Момент уже не можешь снять? У Даши все под контролем. Юлия Высоцкая нам все сделает. Погнали! Мы новая группа Инь-Янь, это второй состав. Небольшая случилась. Я брала с собой на этот уикенд перчатки, потому что люблю, когда у меня теплые руки. И одна из них у меня выпала. И я такая, блин, капец. Как раз что-то ветер поднялся, холодно стало. Говорю, так, друзья, вот вам опознавательная штука. Вот такая у меня перчатка с сенсорными пальчиками есть. Пока идем на обратном пути, смотрим внимательно. И прикиньте, что Юля нашла эту перчатку. Это она идентична. Блин, вообще, конечно, порадовала. Памятник из редкого шведского серо-зеленого мрамора, установленный в 1827 году. Память о двух братьях-французах, погибших в сражениях наполеоновских войн на стороне императора Александра I. Пока по традиции, которая у нас вырисовывается, когда мы находимся в Выборге, пошли в Манрепку погулять. Но уже в новом маршруте, потому что мы уже с Сашкой видели левую сторону. Пошли в правую сторону, тем более они его открыли первый день после прослушки. Смотрю, чтобы не было воды, где она не нужна. Купил путеводитель, Алекс, у нас вот такую вот штучку. Картинки там посмотрим. Сколько хочешь узнать? Я тебе представлю.
зонтик, который она очень сильно любила и много шекелей за него отдала. Все, пал смертью храбрых. У меня вообще спицы переплетено. Блин, только зонтовку уже покупала, и вот. Вот что делать с вами питерская погода. Расстроена. Огорчена, я бы сказала так. Ходим Сашке, ищем рюкзак. Юля нашла вот такую кепочку. Юлечка, покажи, что там написано. Гармония. Гармония. Сидим, ждем в Ашане. Сашка там выбирает себе какие-то масла для увлажнителя. Нашли складные... Блин, не видно, ну вы видели, вот складные стулья. Сидим. Вот так вот, ну прикольно. Это что? Лимон. Вот далеко. Если мы хотим понюхать Саню, у нас Бима есть. Не нравится, наверное, его возьму сейчас бергамот еще понюхаю. Сейчас локацию новую собирать, потому что я нашла стол складной. Они все вскрыты. Все вскрыли. Половину баллончика. Ага, унюхали, перелили к себе. Сейчас это барбекю сделаем. Как раз. Ребята выбрали наконец-таки землю для своих растений. Я тут вообще сижу вот так вот на земле какой-то. Мы едем в очередной трип путешествий, на этот раз на Ладожское озеро. Ни разу не были с ребятами. Вот. Есть хит маршрутов, это Выборг. На Ладожское озеро, как вы видите, у нас отправление через 10 минут. Мест много. Едем посмотреть на водичку. Сашка вчера предложила сделать сэндвичи с собой. И мы все по сути купили. Сашка пошел нарезать колбасу, и он смотрит, что в идентичной упаковке плесень. Он сказал, что он так не оставит и будет звонить и писать им на почту. Какого фига? Мы еще не открывали упаковку, это не вина магазина. Поэтому мы купили Бургер Кинг. Будем иметь Бургер Кинг на Ладожском озере. Снимает маяк. Загорают. Говорят, что они выйдут. Просинхроночка произошла. Это вообще-то хореография. А-а-а. Не понимаешь. Знаешь, я что думаю? Когда ты берешь с собой чай в термосе, это уже новый этап. Вам не кажется? Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Фотосессия. Я как корейская модель, каждую секунду меня входит. What's happened? Давай шутить. Я как будто русалка. Ты русалка. Ура, ура. Ура, ура. 12. А то есть у нас это, с Юлечкой вайб, да? Да. Ай, 68. Юля, посмотри еще по-другому, ты умеешь. Ага, отлично. Отлично, я заговариваю фишки эти. Осталась финальная битва, готовимся. Призываешь? Призываю удачу. Угу. Кто же победит? А пальчиками там обязательно так шевелить? Осталось у всех по одному. 45. Это мой долг. Я тебе не возвращаю эти деньги. Я передаю этот куш на благотворительность. Кому? Садовническую. Ильичка, я передаю эти деньги тебе. На землю? На общие земли нужды. Выбирай. Рада? Are you happy? Поздравим! Да. Ты там что, Саша, ты что, жульничал? Да.
Так, у меня от радости или от горя взлетела фишка какая-то. Главное, что не колено. Хочет спотнуть, надо это в душе сказать. Моменты жизни. Пока у нас идут вот эти майские каникулы, vacation trip, мы поедем сейчас с Сашкой кататься на корабле в Петергоф. Фан факт, что до этого в Петергофе не была ни разу, хотя живем тут уже четвертый год, ребята ездили несколько раз, я ни разу, и поэтому Сашка предложил поехать на вот такой болванке. Незабываемое впечатление получим. Все, присели. В окошко будем смотреть, ехать наслаждаться. Мичу назвали меня женщиной. Говорит, женщина, стойте. Дошли до самого главного этого фонтана. Реально один сезон. И народу, честно, нормально, потому что сегодня такая погода теплая. Посчитали Сашка, сколько в среднем за сезон получает с продажи билетов. В принципе, Блиновская могла оплатить свой долг по налоговой. Шума немерено. Место супер распиаренное, максимально туристическое. Мы можем в Царское село съездить, погулять за 150 рублей. Там вход, а тут 650. Примерно то же самое получить. Не, ну красиво, не спорю, фонтаны, вода течет, круто, классно. Но стоит ли это этих денег, вопрос другом. Пока все люди стоят и смотрят там вот эти все фонтаны, мы поняли, что мы с Сашкой заражались, поэтому пришли вот к этому фонтанчику. Тут вообще никого толком нет. Смотрим вообще на радугу и мох. Что нужно для счастливой жизни? Мох и радуга. Сашка, хотим покататься на таком вот паровозе. О, сейчас поедем с Сашкой на тракторе. Место, БелАЗ. Место лучшее. Я как будто в этой поеду. Победе. Победа Айрлайнс. Там чуть больше. Да вот тут третий. А зачем нам третий? Мы широкие. Сделали еще широкий. А почему не делать надо вид? Это вагон чисто для нас. Да, это для нас, дорогие. Петергоф, в переводе с голландского двор Петра. Это капелла. Домовая церковь императорской семьи. Покатались мы сейчас на вот этой штуке. Мне, кстати, больше понравилось. Мне понравилось. Чем этот, на метеоре. Нет, на метеоре. Была. Соглашусь. Слушай, мне понравилось. И звуковое сопровождение. Да, неплохое. Остановились, посмотрели, сфоткали. Трюхануло, как на поезде. Ну, это нет, и поезд. Нет, не на поезде. Ну, это что? На карете. А, точно. Прям, извини, Саша. Я тебе говорю, прям карета. Да, мы с Сашкой были на карете. А еще, когда мы с Сашкой ехали на этой метеоре, нам сказал диктор, ну, вот эта закадровая речь, бла-бла-бла, о том, что Петербург один из самых главных по численности городов. Ага, 15 миллионов. 15 миллионов уступая Лондону, Москве и Лиссабону. Да, на самом деле, в Питере столько людей не живет, ну, максимум где-то 5-6 миллионов с натяжкой, да. Ну, взять пригороды. Так, если Ленинградскую область взять, я думаю, и то не насчитается, там, 15 миллионов, как он сказал. Где остальные 10 миллионов? Уступать Львовске? Только Москве, Лондону. Лиссабону. Сначала это Петербург, а потом Москва, Лондон. Ариана Гранде, Леди Гага. Ну, короче, метеор не рекомендую, мне интересно. Мне интересно. На метеор что, 1100, ощущение впечатления не окупило. Да, а так он полторы стоит. Сколько? Почти полторы, говорю. Ужас какой. Короче, не рекомендуем, электричка не топ. Я думаю, ты уже немножко подсмотрела на Валберес, когда мы это получали. Ты посмотрела? Ну, на самом деле, я что-то сквозь посмотрела. Сквозь она прям прищурилась в какой-то момент. Я думаю, вот, сука, надо заговорить ее. И так все мы знаем. Ты у нас девочка сафари. Да. Поэтому, чтобы ты была не единоразовой такой девочка сафари, а трушной, я тебе, смотри, что нашла. Да ладно! А я думала, это тук-тик-тук. Так ты сдохнешь, нет? Чуть больше воздуха. Я надеюсь, по размеру он тебе подойдет, там будет единый размер. Поедем в кантри-мьюзик. Прикольно, а что ты так решила? А я увидела, думаю, ну это продашу. Приятно-то как, слушай. Пришли к Тюханка. Юле. Кто чуханка? Ты чуханка. Это ты чуханка. Я выгляжу очень стильно, ты модно, чуханка. Молодежно. Пошли гулять. Я тоже приду, сейчас я отсюда. Гармони найди. Тут Юля, гармони найди. Саша, что ты говоришь, что у меня хлам на балконе? Вон у людей тоже хлам на балконе. Чем тебе стул? Присесть на дорожку. Вайбуешь? Ну? Да обалденно. Я как бабку буду с подъезда. Это фонг дрифт, я Хасаню. Не знаю, как будто бы... по-типански. Бахтёша, походу, умеешь что-то говорить? Чуханка.
Моменты жизни. Скинкер называется. Скинкер. This cleansing oil, you know? Where did you buy this? In подружка. Next step is fashion foam. The next, the last. Да что-то не шурши, не шурши. I can choose the first thermal water cream. Or I can use my mask, fresh made mask. And also I use this болтушка. Юля asked me that I need to buy SPF. Yeah, SPF is very important. Могли бы вы подумать, что мы будем стоять через год, смотреть салют, не выходя из дома? Чашечку кофе. Ты сейчас что выхуела с колы? Вот, пожалуйста, сейчас будет тра-та-та. Вот и салют. Ну, слушай, в принципе... На набережной смотрят. Смотрят, стоят. Вижу. Остановили, замедлились. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Моменты жизни. Юля зашла домой после работы и бредла. А что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Цветок? Откуда ты его взяла? С офиса. Круто. Боксинг от Дарьи. Итак, друзья, товарищи, сейчас у нас с вами будет распаковка чек моей отдушины в последнее время по The Last of Us. Купила клевые ништяки, причем это limited edition коллекция. Кто знает, то, наверное, уже понял. Кто нет, сейчас вам покажу, что я приобрела. Если хотите, я могу вам показать прям целую свою коллекцию скрепышей по The Last of Us. Первая штучка, ключка. Это геймпад, лимитированный The Last of Us с гравировкой. Вот напишите в комментариях, бывает у вас такая штука, что когда вы чем-то начинаете увлекаться, все, вам нужно купить, вам нужно собрать. Какой? Во, видите, на вот этой сенсорной панели есть вот эта гравировочка и на рукоятке. Обалденно. Я вообще люблю продавать вещи на Авито и покупать на Авито, потому что там действительно можно найти стоящее, но я всегда смотрю, есть ли коробка или нет, потому что я не знаю, откуда у меня это пошло, если коробка, как-то более доверие есть, если что, ты можешь там тоже в будущем перепродать или прочее, и поэтому я когда покупаю какие-то новые вещи, я храню коробки. Я всегда покупаю новую вещь с мыслью о том, что я ее когда-то продам на Авито. Так, это была первая вещулька, сейчас будет вторая. Опа! Это наушники для Соньки, тоже Limited Edition по The Last of Us. Я поняла, что я плохо слышу, не в принципе по жизни, да, я не Бетховен, а слышу плохо какие-то звуки именно в игре. То есть я могу находиться далеко от своего компаньона, он что-то говорит, они ведут диалог, я не слышу, что они сказали. И я посмотрела отзывы, посмотрела видосики о том, что играть в наушниках, если есть специальные пресеты для игр, это прям максимальное погружение. Я особо не люблю пользоваться наушниками, но ради этого. Вот прям целый комплект. Я реально говорю, я прям очень хорошо нашла, урвала. Сказала этому продавцу, типа, я все куплю. Урвала. Тетка лезла мне под руку, хотела забрать эти два. И я сказала, хэнде хохман давушка. О, они такие крохи. Но они такие компактненькие. Тут тоже есть гравировка The Last of Us. На внутреннем вот этом ободке. Видите, тоже есть прелестность. То есть целый комплект. Я прям детка-геймер. Вот кто бы мог подумать пару месяцев назад, что я помешаюсь так на игре The Last of Us. Мне понравится сама система PlayStation. Типа это настолько прикольно, интересно, удобно. Теперь я буду так сидеть, типа... Помните, мем был с котиком, типа, который... Это я. Они плотно, хорошо прилегают, можно тоже так регулировать вверх-вниз. И говорят, что не настолько сильно устают уши. Ну, надеюсь, будет полное погружение в игре. Хочу потом перепройти в оригинале. Я думаю, может, это локализация какая-то была вот у этих двух частей. Пластика какая-то. Я не понимаю, где половина звуков. Сейчас мне Юля подарила Red Dead Redemption. Соответственно, я буду играть сейчас Red Dead Redemption. И говорит, что там прям все выстрелы можно услышать. Что как происходит. В общем, я рада неимоверно. А мы смотрим дальше моменты жизни. Моменты жизни. Ну давай, давай. А что происходит? Саша купила розу какую-то. Да куда ты не орет? Дай успокоиться. Включите. Да подожди. Что происходит? Я не понимаю. Даша, ну пойдем на вещи. Саша, скинь на ведро. Давай, быстрее. Ты купила?
дашь, ёбли, ёбли, тряпку, дашь, дашь, тряпку, тряпку. Дышите, Юля, Юля, дыши. Чё там, ты сейчас сжигай. Мне кажется, это червячок какой-то. Это было мощно. А вдруг их там много? У него там семья, его ждут сыновья. У него жена и семья. У него растут сыновья. Может, ты пересадишь очиться в полностью без груди? Буду. Вдруг там кто-то еще. Здесь кто-нибудь есть? Она туда под тряпку заплыла. Ай, мне кажется, и самой так страшно стало. Все, теперь вторая часть. Ну а что, я руками? Продолжаем цапати. Я ее не вижу. Ты что, рыба? Чего? Ты что, реально рыба? Откуда она там? Происходит, что за чертовщина? Почему? Ты меня спрашиваешь? Подожди, тут не время делать тебя. Может, ты сама вытащишь тряпку, такая смелая? Не хочу туда лезть. Да что, не надо, я снимаю. Рыба. Подожди. Давай подумаем. Не подавимся панике. Пока она ползет из ведра, надо подумать, что делать. Тряпку убери. Рыба, иди тоже. Тряпку задержалась. Я там две рыбы, Саш. Быстрее на больше. Саша, подержите. Вот еще на заставке. Ладно, я тут подниму. Я ее не вижу. Она ушла из моего поля зрения. Я тут переверни этот. Ее нет. Ух. Откуда там рыбы? Точно нигде нет. Я вот когда сегодня буду мыться, я не увижу. Да, мы ее замочим. Вообще не такой. Но ее нет. Потом он мне говорит, что орешь, время видела. Кошка в вафике просто. Бибочка в вафике. Моменты жизни. Это что-то такое. Выбрать парк, посидеть, поиграть в бомбинтон, покушать черешенку. Народу добро-то нормально. Смотрите, как все зазеленело буквально за пару дней. А еще купила на Валбрисе вот такой вот бомбинтон, и Сашка говорит, что у них логотип вкус очка. Правда или нет, пишите в комментариях. Или говорит, почему нет еще одной вот этой ракетки, нас же трое. Говорю, у одного будет занять вот такое вот. Очень красиво, очень спасибо. Давай! Ну понятно. Все. Смотри, что творит. Ну, это наша игра закончена. Там биобалам. Чувствуешь этот запах травы? Вау! Я так долго этого хотела. Не успели мы нормально поиграть, как вот это. И валанчик там, и ракетка. Обалденно. Блин, на самом деле мы с вами так сложно работаем. Не зря вместе живем. Давайте мы, если что, будем тактику разрабатывать, должны понять. Что вы делаете? Давай, тихо. Сашими! Блин, вы молодцы. Не, вы правда очень хорошо играете. Потому что я тогда очень сильно тупила. Мы завтра с ребятами собираемся в джакузи-спа вечером. И Юля поедет после работы. Она попросила взять вещи ее. Говорит, пожалуйста, не забудь, я очень переживаю. Как она сделала, чтобы мы не забыли? Рада, что мы успели снять и сфоткать, пока Сашка не добавила свои лепкие извращения. Юлечки. Ну как это будет? Ты такая, о, все. Аэропорт! Говорит, такси приехало, давай быстрее. Ты открываешь, а тут и скотч красив, и стихотворение от Сашки. Крышка закончилась, как хорошо. Я была влажная. Саша, я всегда так, как я тебя вижу. Ты не заметила, как крышечка такая влажная? Конец исчерпала все свои. Так, Сашка предложил наверняка, чтобы не забыли написать еще одну записочку. Я тебе что? Ну, в лифте вас всех трех нет. Ну, это чтобы прям наверняка.
Мало ли, первую дверь я как-то неожиданным образом пропущу. Отлично, Юля. Не забуду. И тоже тут что-то пишет. Моменты жизни. Вот так вот начинается у нас занятие с Тичу. В разнос пошла ультуюша. Amazing teacher, you're amazing dancer. In the field. Так, сейчас, дайте я пару сейчас по полям, синий трактор едет на. Blue tractor go to us, правильно? Mm-hmm, no. Правильно, правильно. Синий трактор, what is it, blue tractor? Блин, так прикольно, никогда, ну, быстро так не переводила. In the field, in the field, the tractor goes with us. He has carried every trailer. The one sing song. Let's go, baby, let's go. To try to ask what is the sing song. Moo, 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 moo. Hey, cow! A tea can. Ho, 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 ho. And John. Meow, 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 meow. A cat. The shoes is incredible. It is in real time. Mm-hmm. Real time translation. Children song. Mm-hmm. You know? It is success. Концовка нашего лессона заставляет меня танцевать. Саша, как батя, просто, знаешь, ходит. Батя. Да, да, да. Ну что, поиграли бадминтон, теперь самое время игры. А музыка такая, как... Мясо тебе дали, иди готов мясо. Давай мясо, давай мясо. Тарелка повисла. Ну что делать тебе? Мы готовили эту блюдо, чтобы она потом повисла. О, молодец! Почему у вас сковородка валяется? Я еще свободная. Креветку вот сюда давай, вот сюда. Ой! Да, она? Это мое! Прости! Молись. Ой, блин, так прикольно, но я не знаю, даже... Моменты жизни. Идет она, хозяйка большого квана. Корешульским. Привет! Ты в розовых таких, покажи нам всему миру. О, аэропорт. Сидим с Корешкинцей в каком-то итальянском ресторанчике. Немножко чилинг, обедик. Говорит, сейчас я немножко поработаю. Тут итоги розыгрыша подведут, не против, да? А вы помните, где у нас работает Корешка? Давайте, быстренько-быстренько в книжном издательстве, но теперь новом. Я работаю в Доме истории. Дома истории. Я привела Корешку в Анненкирхен на выставку. Пошли смотреть. Зашли в подвал. Как тебе, Карин? Очень... Немного жутковатка, но есть как есть. Как написано, это настоящие кресты с лютеранских кладбищ. Присены сюда, поставлены, как некая память, что были репрессии, что людей гнали, они пытались выжить. У Корешки жуть-жуть. А я говорю, а давай сходим в воскресенье на бесплатный квест по кладбищу. Он говорит, ну я пойду лучше в бадминтон сыграю, чтобы в партию. Реально, я вот когда именно в это помещение спустилась, у меня сердце заколотилось. Хотя я не то чтобы пугливый человек, но это прям... Ну, такая она девчоночка. Ну, круто же, да? Вот в вашей Москве такого нет, он с кладбищем. Акция и его кровью помазали косяки дверей. Тем самым ангел смерти, проходя мимо этого дома, не заходил туда, и все в этом доме оставались живы. Корешкинс, ну как тебе? Очень интересно. Атмосферно, да? Mm-hmm. Вот в Москве же такого нет. Все у нас, все у нас. Корешку поражает, насколько это модернистически и в ногу со временем эта экспозиция, в том числе и это место. Можно написать письмо Богу. Угу. И отправить его в Telegram-бот, пожалуйста, кому как удобно. Да, видишь, все интерактивно, все для тебя. Либо написать. Что бы ты написала, давай так. Откровенно, говорите, лично, скажешь, лично, не публично. Скажешь желание, оно не исполнится. На замочке никто тебя не прочтет.
только один он. Продолжается петербуржник Аришки. Пришли в Таврик, в Тавричке сад покушать. Ну, дайте что? Он говорит, моя коллега из Питера, которая раньше тут жила, посоветовала мне сходить и покушать булочку, булочную Вольчика. Сходили. Она говорит, пойдем в парк, сейчас посидим, на фонтаны посмотрим, чаю похлебаем. Как тебе? Как тебе твой трип? Очень атмосферный. Тут еще лягушечки периодически квакают. Да, ну мы думаем, что там колонка. Чувствуешь? Рейв. Культурный рейв. Дегустация хрустик безе будет у нас. Вкусно. Ставишь это лайк. Как торт, торт сливочный. Ну, мы уж приелись к этому вкусу. Вот москвичи приезжают покушать у нас булочек, погулять, свежим воздухом подышать. Моменты жизни. Очередное путешествие, выходной день. На этот раз пойдем в Шлиссельбург, на крепость Орешек. Поедем, как старый добрый, на таких скамеечках. Что ставишь на эту поездку? На кону все. Твоя честь, достоинство. Деньги, датчики. Тёлки, все. Приехали мы на место, сейчас покупаем билетик на переправку. Шмяк туда, входим. Мы-то думали, что мы приехали в Шлиссельбург, я же вам тоже сказала, как у вас нет. Это немножко не то. Нас обманули. Что-то я думала, мы минут 10-15 будем ехать, а пару минут, фига, как же тут. Мне, знаешь, что это напоминает? Помните, в Калининград поехали, и нам дали вот этот путеводитель, мы смотрели, путеводитель был бесплатно, 50 рублей. Поэтому никто никогда через эту башню крепость прорваться не мог. Она была абсолютно неприступной. Вы-то можете, у вас есть билеты, и пойдемте со мной. Юла, смотри, разруха, как я люблю. Щись вот такая. Мы пойдем в тюрьму. Тут есть тюрьмы вот эти, при Екатерине, которые пойдем. Были. Пойдем. Субботнее насилие. Субантуги. Субантуги взяли. Орет. Вот это я считаю прям хорошо, потому что тут холодно, все по-настоящему. Нет полов. Честно, не люблю, когда вот какие-то реконструкции. Я понимаю, что они пытаются сохранить. На всяком случае, настолько все вот штукатурка обделали, что не веришь. Вот мы сейчас ходили в старую Prison. Как бы, ну, много текста, все красиво сделано. Ну, не веришь, не верю. Сама по себе локация, конечно, напоминает очередной выпуск «Битвы экстрасенсов». Что тут произошло? У нас сегодня сильная экстрасенска. У тебя... Что вы делаете, Юля? У тебя волосы в жопе. Что вы делаете? Сейчас посмотрим. Кто-то она видит, она что-то видит. Экстрасенс. Мы были в шоке, никто не ожидал такого. Туда нам надо. Как? Как она это узнала? Как? Чувствуешь? Почувствуй. Чувствуешь? Горячо. Горячо. Туда. Все, поехали, Экстрасенс увидел что-то нечто. Он работает в специальной технике фотографии. Здесь все жертвы, все будет. Что же? Все будет. Так. Видите вот эти пятна? Ага. Это паранормальные вспышки. Видите вот это? А почему на половинке только? Вот хороший вопрос. А потому что у меня 2x2 выбрано. So nice. Испорченный кадр. Следующий экстрасенс работает по старой методике ВХС. Упала, значит смерть. Это смерть. Что-то она сейчас заснимет. Юля, расскажите про вашу технику работы. Видишь красное? Ага. Смерть. Ага. Тут была смерть. Ага. Сейчас еще найду. Угу. Такая непонятна та мысль. Это действительно склеп огромнейший. Тут людей казнили, убивали, мучили. Однако здесь делают детские экскурсии. Вот тут, кстати, есть новая, относительно новая тюрьма. Есть отремонтированные, отреставрированные вот эти комнаты для осужденных. Туда детей закрывают. Я не знаю, не понимаю, конечно. Есть посыл. Да, я понимаю, что, конечно, можно. Один из вариантов обогащения, там, бла-бла-бла. Ну, это же память. Это скорбь людей. Моменты жизни. Вы не поверите, опять встретилась с Каришкой и... Совершенно случайно, самое главное. Впервые за 4 года проживания с ребятами, Карина у меня первая гостесса. К ребятам уже приходили гости, ко мне нет. А подожди, в этой квартире ты что, 4 нет, года? Нет, вообще за все время. Ну да. В этой тем более, да. Я ни с кем толком не общаюсь, просто, понимаешь, типа... Затворница. И сейчас расскажи про Глиссет, расскажи. Глиссет. Даша мне дала в руки свою книгу, и я, как человек, который работает в издательстве... А я напоминаю, Каришка у нас работает в издательстве. Значит, ты даёшь мне книгу, я сразу трогаю, сразу видно софт-тач. Это хорошо? Да, это хорошо.
хорошо, то есть, как бы, вот, получается, на основную обложку наклеивают еще дополнительную пленку. Либо это софт-тач, как бы глянцевый, ну, все такое. То есть, тут каждый, в общем, отдельный элемент. Я не особо, я не занимаюсь сильно оформлением книг, но что-то я знаю. Вот, Даша мне дает, значит, в руки книгу, я говорю, а есть тут ли тут лессе? А для тех, кто не знает, лессе — это такая ниточка, короче, которая как закладка используется. Даша говорит, лиса. Говорит. В любом случае, книга отличная. Смотрите, какого огромного она формата. И я уверена, что она на 100% стоит своих денег. Это абсолютно, абсолютно. Да. Наклейки там есть? Наклейки, смотрите, глянцевый элемент. Все вот это приятно очень держать в руках. Несмотря на то, что она большая, она действительно очень легко держится. И за счет, опять же, вот этой поверхности, да, не соскальзывает. Вот, смотрите, держу на одной руке. Спасибо Коришке, как она не запланировала, прорекламировала книгу. Ценю, люблю. На моей укулеле энциклопедия-библия уже доступна в продаже на любых платформах, включая маркетплейсы и крупные книжные магазины вашего города. Так что всю подробную информацию оставила в описании. Коришка у нас тут приехала с Москвы, всякие собачьи гладят. Удивляется, что у меня никнейм написан «Крыса». Ты должна была устроить викторину, написать, да? Знаете, кто мы? Максим, Павел или Крыса? А куда мы собрались? Мы в парк пришли. Представляете, друзьяшки, говорю, бадминтон сейчас будем играть. Эту покушаем пиццу. Давай, да, открывай, сейчас... она должна быть прям максимально горячей. Ну, нежнятинка, Кариш. Аромат, а нам еще и в подарок достался вот такой старт. Старт, да, Дашка, потому что у нас умеет играть с промокодами. Да. Бон аппетит, дорогая. И тебе. Мы с Сашулькой ждем первую грозу в этом году. Уже дождались. Сейчас громыхает знатненько. Ждем фаер-шоу. Час, просто произошел шок-контент. А куда они сразу делись-то? Внимание. Видите, позера, Юля говорит. Что я сделала? Ну, мы-то все знаем, кто тут. Кто спортсмены. Тут? Последний звонок, простые слезы. Взрослая жизнь и милошкольные грезы. Сегодня последняя линейка, торжественный звонок. Мы с Сашкой как настоящие. Что, на дождь смотрим? Последние звонки. Ценители таких мероприятий бесплатных, везде участвуем, везде мы ходим. Активные участники, будем кричать. Помнишь свое время, когда ты тоже так выпускался? Скучаешь по нему? Нет. Я тоже нет. Сейчас что-то будет. Опа! Интересно. Идут, смотри. Хлопит. Как снегурочку, да, вот честно слово. Ой, так мало. Один телефон сейчас залипает, пока идет. Вот, в принципе, на этом и все. Сейчас какая-нибудь надо песню еще заунылую включить прям. Так уже? А. Че, это активно веселая песня? А песня? Здесь надо Риану ставить. Риану, она сделает весь все мероприятие. Вот цветов-то у них магазин, что ли, цветочный ограбили? Итак, каждое утро понедельника. Пошли песни. Саша, танцуй. Сашка, говоришь, что сегодня эти песни с утра уже репетировали 6 раз. И все мимо ноги, но это ничего страшного, главное стараться. Грусти. Если ты обожаешь смотреть влоговый формат, то обязательно чекай мой плейлист с моментами жизни за каждый месяц, там есть что посмотреть. Не забывайте писать свои комментарии о том, как вы прожили это время, пока мы с вами не виделись. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.